Так, всем привет, с вами Саня, я Фулл, это прохождение игры Stalker Shadow Chernobyl с модом Lost World тот. И у нас в гостях, как всегда, Ирбис. Да, и мы продолжаем. Я, кстати, опять ходил за пол. Киркой, и мы можем теперь делать вот так. Тэн! И надо одеть костюм все-таки, а у нас одет какой-то странный костюм, давайте оденем вот этот. Я знал, что тебе понравится этот лом. Да, это лом, это просто вообще, это идеальное оружие для убийства всех. Кровосос, кстати, на раз почти вырубает. Да? Насколько я знаю. Ну, по крайней мере, 3 ударов достаточно, чтобы сломать ему башку. Охрененное оружие. Все, я его люблю до посинения. У нас есть шинковалка, гаусс, гранатомет. И все это я нашел по пути, когда я шел сюда. Ирбис, как сейчас сама скажет, почему это так было. Потому что он издал новый патч, пришлось заново все проходить. Да, к сожалению, патч 1.4, причем пофиксенный. Потому что там, в общем, был небольшой косяк с гранатой. Я убрал одну гранату, мне показалось, она читерная. Тем более, не существует в реале, поэтому... Уж как есть. Те, кто могут, они начинают. Так, поэтому те, кому не понравилось, я не виноват. Те, кому не понравилось, идите в сторону, да, нормально так. Переходим на другую локацию. Будем пинать там же наемничку. И мы перешли через локацию, и давайте проверим наш новый Биг Бен, который мы получили с трупа Фримена, как и вот этот вот лом. Да, нет, с трупа Фримена ты получил именно лом, а Биг Бен валялся рядом. Ну, в любом случае, это хороший пистолет, я уже вижу, только он ржавый почему-то, ну ладно. Это не ржавый, это такая стилистика. Ну, блин, сколько же он времени пролежал, а? Красота. Попробуй, да, болт. Да, Half-Life 2 долго времени пролежал. Кинь болт в эту хрень. Я текаю кровью, я истекаю кровищей. Аномалия сзади. Попробуй болт кинь, что ли. А, ну окей. Эко невидаль. Давно я не видел вот этого. Это ерунду. Охренеть, какая аномалия. Не реагирует. А, это вон она что. Знакомая вещь. Ладно, пошли. Пошли, пошли. Так. Надо выпить антир... Фу, блин, антир один, чуть не сказал. Так. Есть витамин, энерджи. О, и наша первая смерть. Заканчивается. Опять ты напоролся. На аномалию. Ну все же, это же реальная жизнь. Давайте загружаемся, ребятушки. Мы загрузились, и нас тут встречают зомби. Давайте мы наваляем. На! О. Всей дуре. Да, что-то тут еще было, или мне показалось. Давайте ты проверим наш игл, который мы так и не проверили. Надо его использовать. Где он? Вот он у нас. Бешеной мощности пистолет. Только надо все равно болт поставить, так как я не хочу лохануться еще раз. Детектор поставь с радиацией этот. Гигер. Не забудь. Надо убрать патрончики. Да, патрончик. То мало ли. Да, вот радиация. Если не ошибаюсь, вот в этом трупе постоянно выпадает сева. Тайник с севой. Еще с оригинала. Вот в этом? Вроде да. Нет? У меня подлагивать что-то начало, не знаю почему. Ну ладно, керсин. О, ну тут неписи-то полно. Здесь бандиты должны проходить, по идее. Да. Ребят, подождите, я сейчас выключу все предложения, которые у меня включены. У меня их много включено и продолжу. Продолжаем. Посмотрим, что у них есть. Все равно какие-то подлагивания есть, но все же ничего. Ну это временно. Я так думаю, по крайней мере. Ну я надеюсь, точнее. Вот так тебе. Ну да, надеемся на лучшее. Да-да-да. Так. Сейчас будем раскидывать... Если мы будем раскидывать бандитов с такими лагами, то я не знаю, это будет очень эпично. Для нас. В худшую сторону, конечно. Да, кстати, я в патче хотел включить исправление асфальта, а то он здесь какой-то, ну, не очень текстурка, ребристый, то есть, если приглядеться. Но он весит 10 мегабайт, поэтому это жарко. Туда лучше не наступай. Да, надо сохраниться на всякий случай. Да, без сейвов не обходится. Особенно сейчас будет, когда на нас будут стрелять чуваки. Так, у нас тут есть костюм эколога еще. Ух ты, где ты его взял-то, что-то я не помню даже. Короче, наверное, когда эти дают там, когда ты подходишь, тебе дают костюм эколога. Ты пришел, да, в нашу лабораторию, мы дали тебе костюм эколога. Правда, их нет, они в других местах. Это были чисто такие сюжетные. А где мобы тут же они были, куда они делись? Странно. В смысле? Нет, они все там на верхнем этаже. Ну, костюмчик. Да, возьмем костюмчик. Пойдем устроим им казнь. Казнь вот из этого. Может, тогда уж базуку-то выкинь. Все равно зарядов нет. Ну да. Так, давайте-ка поставим. А, не так используется, забыл. Да, заряжается. Проверь, там заряди, если он полный должен быть.
Полный, полный. Давайте перед этим еще раз сохранимся, как пойдем к ним. Они нам сейчас еще не враги, да? Нет. Ну ты, я думаю, сейчас это решишь, эту проблему. Да-да-да. Я больше чем уверен. Ну раз я пошел сюда с, РП... с этим, с РГД-6. РГД-6. И где они? Оп. Их след простыл. Что у нас есть в этом? Ничего хорошего. Зачем мне вот это вот интересно? Просто не добрались сюда. Не знаю, что ты понабрал всяко. И костюмов у тебя 4 штуки одних только. Ищи, здесь где-то кровосос должен быть. Вот этого мне только не хватало. Хотя у меня, ищи... есть, у меня есть этот, как его, большой еще ты не этот убил пистолет. Волкодава. А? Если не ошибаюсь. Волкодава ты не убил. А где он находится-то, его волкодав-то? Ну, черт, там, черт. Где по ролику, раньше. Давайте сходим. Да, Саня, все наперекосяк, весь спаун, особенно на складах еще повезло с свободовцами, но тут нет. Тут весело будет, конечно. Давайте посмотрим, ну, да. Что у нас там будет дальше. Тут у нас Сева по тайнику лежит, я помню, давно-давно лежал. Туда я в эту аномалию не пойду, спасибо, не вот, хочу. Вот, здесь. Ты... Что это такое? Это... Это разграничение. Это полоса... какая аномалия. Да. Красота. Прикольная аномалия по виду, да. Ну и по смерти, наверное, по смерти сразу. Подсобку? Вроде он тут должен быть. Если он тут, то он молодец. Нет, его тут нет. Они все ушли, они обиделись на тебя. Вот какой я злой. У меня даже наемники ушли, как это возможно? Вот видишь, Ирбис, как. Какие наемники. Да. Я думал, они настоящие мужики, они, блядь, взяли да ушли. Вот как я. Вот этот. Где там ты их у Круглова запалил? У входа к Круглову. Давайте посмотрим. Тут есть эмки валяются, всякие калаши и прочие вещи. Может быть, сейчас так, бандиты появились. Впечатление, что они, да, может, бандиты есть. Никого нет, как будто все вымерли. Это чисто уже на зону похоже, реально, на какую-то необитаемую местность. Сразу всех вырезало аномалиями, хотя там нет, никого нет. Однако перейти... все это очень странное, скажу вам, но все же. Вот и обратно. Это зона здесь. Она любит сюрпризы предоставлять. Да уж, очень любит. Особенно такие, когда мобы исчезают в неизвестном направлении, неизвестно почему. Не мобы, это неписи. С мобами-то отдельный разговор, особенно. О! На цех Зооприпяти. Да о! Ладно! Сохранимся. Фига там каких-то глюков было. Мочи их. Так. А выше? Нет, последний выживший. Да, последний выживший здесь был. Здесь прошел Сань. Свою нам подарил. То есть, жизнь там... свою нам подарил. Вот так вот. Там костюмчик есть. Я знаю. Сзади. Только мне уж некуда костюмчики девать. Зачем мне так много костюмчиков? Иди тогда к бармену, продавай все. Он как раз у тебя водку купит по выгодному курсу. Ну, водка всегда выгодная. Особенно после Нового года. Она понадобится. Может, он там еще добухой. Это как его? Похавай. А? Похавай, говорю. Видишь, жрать хочешь. Да, надо бы пожрать. Только что? А, вот, у меня тушенки 11 банок. Охренеть. Я прям залез склад удовольствия. Можешь такой. Выкинуть. Можешь выкинуть весь свой хлеб. Он у тебя весь протух. Открой инвентарь, посмотри. Да знаю, я знаю. И колбаса, кстати, тоже. Колбаса тоже? Да. Печалька. Ну, давайте переходим через локацию сейчас уже почти. Вот. Переходим. Итак, мы продолжаем, и теперь мы бежим, зачаруем себе, покажем вам, где находится Дегтярев. И этот Дегтярев, что он умеет делать, он умеет зачаровывать оружие. Зачаровывать, блин, улучшать, зачаровывать. Что зачаровывать, улучшать. Да-да-да, он находится у нас, чтобы не соврать, он находится вот прям вот там. Вот, подсобки прям вот за баром. Да. Его? В подсобке за баром, говорю. Да, вот тут. Он у нас тут сидит и дрочит... что-то оружие, я не знаю, что он делает. Сидит на воздухе, короче. Я тоже стирает бакан. Лицо у него реально такое же, он такой радостный. Давайте улучшим нашу шинковальку. Так.
Будет 30 патронов. Да, у нас теперь 30 патронов в щенковальке. Можно ее перезарядить даже. Даже. Вот так вот. А раньше было нельзя перезарядить. Раньше выстреливаешь обойму. Шучу, конечно, несу бред какой-то, ну ладно. Так. Продадим ему все костюмы, оставим себе. Какой да. лучший из этих костюмов, как ты думаешь? Ну, кто вообще самый лучший из этих, либо вообще эколога, конечно. Да? Да-да-да. Я в экологе был ходить, ну окей. One окей. Okay. О, у него зато есть ПНВ такое, которое в черно-белый фильм превращается игра. Чё, черно-белый фильм? Да. Один из лучших. Это что за... А? Сань, нахрена тебе пересвет? Да, три света. Пересвет, говорю. Если при дневном освещении, то ПНВ вообще бесполезен. Да я знаю, так просто показать. Бармон, иди сюда, Бармоныч. А вот ты. Так, давай мы тебе продадим калаш. Это. Гаус. Это. Гаус ты не будешь продавать. Не, Гаус я ни за что не продам. Так. Так, продали ему у нас 73 тысячи. И теперь нам на эти деньги нужно кое-что купить. Закупиться. Да, закупиться и купить патронов для шинковалочки, как они заново появились, это очень хорошо. И нет, не купить нам нужно. Нам нужно заказать экзоскелет. Сколько он стоит примерно, Ирбис? 100 тысяч. Ой, печалька. 100 тысяч. Попробуй, может получится. Так, может получится. Давайте посмотрим, где тут хочу сделать военный экзоскелет. У меня нет таких денег. Значит, нам нужно что-то на 30 тысяч продать. Что же это может быть? Как же это сделать? Эту я не буду продавать, так как она мне очень дорога. Потому что она, не знаю... Я ее еще не испытывал в полевых условиях, поэтому она мне нужна. Вот так вот. Закажи Глок. Глок закажи и не парься. Я хочу тогда заказать лучше... Подай, кстати, Вальтер. А у этого что можно заказать? Интерес Глок 17. Вот давайте, по рукам. И через сколько он примерно придет? 20 часов. Если не ошибаюсь. Давайте тогда поспим, что ли. Вперед. Сейчас у нас сколько? Невозможно заснуть с кровотечением, окей. Значит, не будем спать с кровотечением. Вот теперь можно. Итак, у нас сейчас... Давайте поспим до 14 часов. Спит он, конечно, довольно-таки долго, но все же это спит, это же не просто стоит. Хотя, как он может... А, не... Он прям разложился прямо в баре и спит. Нормально так все. Нормально, да. Не, кстати, там подсобка есть, я специально для этого там подсобку Гарика сделал. Он сказал, проходи. Можно. Мы уже адски голодные. Адски. Да, жутко. Сгущенка, тушенка, все к вашему. Еще, кстати, Глок не пришел, но ну, давайте еще поспим, что ли? Да, сколько ты поспал, я, кстати, так, не знаю. Как начинается, откуда, вот, сколько сейчас времени, нельзя узнать? 14. Сейчас 14, да? Давай, до 14, да. Вот до 14. Пробуй. Да. Окей. Это то есть целых 24 часа? Угу, ну практически. Вполне там нормально тогда. Оказывается время, в которое ты должен проснуться. То есть не сколько ты спишь, а именно вот время, в которое ты проснешься. А, ну значит понятно. Так, это так. Можно скипнуть. Вот уже пришло, что ли. Или нет? Опять мы жрать хотим, ну ладно, ничего. Нам это, я хочу забрать свой заказ. Благодарю. Я УСП матч. Вальтер? А где этот? Нет, а, то вот что он. Ты. Он у тебя в слоте. Да, охрененно выглядит, конечно. Спасибо за покупку, за это я тебя не буду убивать. Но если ты ему ответишь на его легенду, что это дерьмо какое-то. То... Да, то меня весь бар попробует убить, да, я понимаю. А бронекостюм синдиката стоит заказывать? У меня на это денег не хватает. Сколько он стоит? Скат наемников. Так, давайте посмотрим, что у него еще можно сказать. У него есть какие-нибудь снайперки еще? Фамос есть. СВУ и... АУК есть. АУК сколько у него стоит? Это не снайперка. Ну, пробуй. Только нам не нужен АУК, у нас есть шинковалка, и нам больше ничего в жизни не нужно. Давайте снайперскую винтовку. А, не, она нам не хватит. Ну, короче, нам ни на что не хватает, мы бомжи, короче, вот и все. Еще захотел. Купи гранату бармена новых. М61. Американская. Как раз сегодня читал описание. Да. Так, вот, граната такая. Прочитайте, если хотите.
У тебя, кстати, описание так и не изменилось пока что. Ну ладно. А, ну да, я же не скидывал исправление. Ну, в общем, я так скажу вам. Под видео будет ссылочка на сайт AB или AP, или как он называется. Там можно будет скачать и патчи, и моды, и, то есть, и все подряд. Чтобы да, вы меня не спрашивали по 300, по 300 раз, где скачать мод, и как скачать в рапс и прочее. Я на эти вопросы вам не буду отвечать, понимаете? Я просто уже в видео это сказал, да, при Ирбисе даже. Потому что меня уже надоело, чисто заебали вот такие вопросы, я вам сразу скажу. Поэтому... Прошу вас не спрашивать. Ибо я все равно не отвечу. Вот так. Куда теперь? О, давайте теперь сходим. Куда мы сходим? На военные склады, что ли? Нет. Так, кстати, посмотрите на пояс Санчеса. Он нашел Джокера. Открой. Так, сейчас инвентарь. Покажу, что Джокер дает. Ой, артефакт. Джокер вот. Дает пси-защиту. 30% вот. От контролера. Вроде как, да. Это вот, и он нашел... Компас. Да, еще компас. Компас, показать вам компас, значит. Окей. Да, компас, кстати, имеет чуть более чем потрясающие статы. Хороший такой компас. Он... Вообще теперь пси-защита стат... нам почти... Статы списывал с Зооприпяти полностью. Так что... Так что, кто играл в Зооприпяти, поймет. Арена работает, я не помню. Только да, нам... да, работает. Только нам ее нет смысла проходить, наверное. Не, попробуй, народ заодно подивится, посмешишь игроков okay. тем, что подохнет после первой же этой. Okay. Без шмота, так, шмот весь будет тут, я так понимаю. Да, голый. Продолжай, я готов. Я готов, я готов. Так, и что же у нас тут? Я надеюсь, у нас не 300 тысяч мобов сейчас будет, нет? Обычный новичок. Нифига себе новичок, там труп валяется какой-то. Тут и у меня всегда на этой части арены подлагивало немножко. Ну ничего, бывает. Опа. Сейчас мы будем карать анально. Новичка мы убили, тут валяется... валяется штука сверху, которая упала. Ирбис, ты тут? Как я понимаю, Ирбис у нас когда... вылетел? Нет, я здесь. Нет, Ирбис у нас не вылетел, значит. Это хорошо. Давайте тогда еще раз сохранимся. Первую арену я прошел. Нет, убери ствол, тогда поговорим. Давайте пройдем вторую. Жалко. Сейчас я могу сдохнуть 555 тысяч раз. Почему? Обычный сталкер что-то. Обычный? Ну, я обычно могу сдохнуть. А что у тебя... О, гадюка. Хорошо. Гадюка хорошее оружие. Давайте посмотрим, на что мы способны. Однако. Так. Я почти сдох. Надо быстрее, чтобы арена закончилась, а то я умру. И, кстати, можно сделать баг. Так я мог выкинуть оружие и попасть на арене. То есть, когда будут СФМ 2000 враги, тогда я смогу... Короче... Смог бы выкинуть FM 2000 себе сюда. Вот такой вот баг. Ирбис, ты об этом, может быть, даже не знал. Возьмем аптечку. Да, скорее всего. Ну, я не разбираюсь в премудростях читерской. Это не читерская, это баговская индустрия, так тебе скажу. Ну да, действительно. Галеты. Блин, теперь бы мне это, как его зовут, использовать его. Это не бинт, это галеты, Саня. Я понял, но бинтов у меня в любом случае нет, поэтому... Вот они. А, нет, вот есть бинты. О, ну все равно экран, надо еще один бинт взять. Да. О, вот теперь нормально. Давайте сохранимся. У нас какая-то ошибка там была, ну и фиг с ней. Давайте еще разок сыграем. Сейчас у нас будет уже два против одного. Это уже нечестно, но все же. Там, кстати, был защищенный код, то есть там даже если была какая-то ошибка, то игра бы не вылетела. А-а-а. Так что это бывают такие мелкие косячки. Но вперед, ух ты. У нас прям целое ружье, не обрез, а ружье прям. Целое. Это подбадривает. Ты его ранил? Да. Только у меня патроны не стоят в слоте, я забыл, что в моде обязательно нужно их ставить в слот.
по тебе хорошо так лупят. Да, хорошо лупит, но я сейчас могу сдохнуть даже. Вот так вот. Да, Санчес слил третий бой. Санчес слился. Ну давайте с ареной закончим, потому что я могу сливаться тут много. И давайте загрузимся и продолжим. Да. Итак, мы загрузились, теперь мы пойдем прогуляемся. Сходим, посмотрим, а мы уже ходили, что нам долг продают или не ходили так, еще. Можешь пойти на свалку. А да, я пойду без шмота, конечно, молодец я, чё. Вообще, просто прекрасные, прекрасные... Начало прогулки. Да, извиняюсь, я что-то приболел чутка в одной год прям. Ну, я, кстати, тоже не в самом лучшем здравии. Что-то дни какие-то пошли трудные, ну ладно. Кстати, в долг вступить можно же, да? Можно, да, если Воронину выполнить, там, РГ-6, Свободовский, там, все эти... А мы сделаем вот так. Оп. И все, пошла ботва. Я, кстати, только сегодня занимался вычищением базы. С двух патронов убивает долговца, прям антидолг какое-то оружие. Антитер... О, север, ты смотри какой. Азот! Азот вышел на тропу войны. Хватит бегать, я вас попасть не могу. О, надо подхилиться. Надо отбежать, подхилиться. Нас гренами закидывают. Ну ты тоже кидай, у тебя тоже есть, причем. Я знаю. Что-то мне нехорошо. Ни одному тебе. Да, уж. Главный герой тоже не сахар. Тут все прям взрывается, чпокает. И сталкеры враги. Вообще, врагов себе нажил, молодец. Только надо как-то отсюда убегать, потому что нас тут могут порешить. Там нас стреляют. Во! Ты удачно захерился. И тебя теперь разве что гранатами возьмут. Да, если особенно вот так вот. Я просто никого не вижу там. Так они сейчас подойдут. Подошел. А вот. Да-да-да, я тут, конечно. О! Упал. Ой, извиняюсь, что-то у меня прям, не знаю, с каждым что-то нехорошее происходит. Обходит. Они тебя со стороны попытался обойти, новичок. Новичок. Да, он подставился. Кстати, все смерти, вот эти некрологи, которые в ПДА появляются, они все реальные. Вот там, все, что сейчас Санчес умершляет или умертвляет. Вот, это все отображается в новостях. Ну вот, это замечательно просто. Поэтому... Да, тут были раньше липы, там, погиб тот. Ну, из липы остался только Семецкий, потому что, ну, Семецкий, это нормально. Давайте, чтобы... не будем, давайте сохранимся на сейф номер 2, то есть 12. Это да, будет у нас мало... сейф убийства. Блин, они сносятся прям нереально быстро, но они меня тоже могут снести, потому что... Да, чистка бара. Так они шустрые, видишь, какие. Да, они танго танцуют. Косовато я какой-то, ну ладно. Просто пульта тяжелая, летит медленно. Да, но это ж не это какого, не ракета, бля. Ракета в один. С РПГ ты хорошо там. Обшманай, что ли, пока. О, сразу много узнал об химерах, агропроме, обо всем узнал сразу. Прям вообще. Чувак один. О, как вас тут много. Вышел на тропу войны. Да-да-да. Так. Хотите повеселиться? Да, это... Что я делаю, я зачем это делаю, не знаю. Кстати, я так и не понял, убил ты его или нет? Убил, он улетел. Это я просто повеселиться, два патрончика выстрелил из гауски. Так. Давайте сохранимся на 12. Ух ты. Хорошо нам шпокнули так. Нет, надо ныкаться в наше любимое место, только не знаю, как туда обратно попасть. Я просрал свое хорошее место, а ты что тут бегаешь? Вот упади. Падайте все, я вас не люблю, падайте, падайте, падайте. Иди наверх, там, на вышку. Ну я пока до туда добегу, меня убьют, мне кажется. Да, ну тогда аптечку хавай. Ок, да.
Это называется, пока лиховую аптечку меня обстреливают. Они такие нечестные, а? НПС, вы что, с ума сошли? Ну вот кто-то говорил, почему АИ тупой в моде? По-моему, АИ очень даже хороший. Они да, даже... у меня кончились патроны, они мне сейчас запиздят, я... Ты стоишь лицом к стене, любой сейчас мог подойти и тебе со всей дури вломить. Ну да, но никто не подошел, мне повезло. Давайте же сходим в логово. Логово. Оттуда выглядывает. Пушки какие-то выглядывают. Да-да, куча стволов виднеется. Сам Воронин, собственной персоной. Мы так всех порешили, охрененная пушка-шинковалка, не знаю, я обожаю просто. Тут они все шинковалками, охренеть просто. Вал. Возьмем, только теперь нам бармен враг, ну ладно. Не, бармен нам не враг, в том-то и дело. Да, ну это хорошо. Бармену, честно тебе скажу, ему пофигу. Ему всегда было пофигу на все эти разборки. Нет, там, по-моему, экзоскелетчик остался. О, круто, я сохранился, однако, да? Прям перед смертью. Давайте загрузимся. Посмотрим, что будет. Так, надо, мы это, умерли тут тогда. Нам, наверное, кто-то сзади был просто, он там вот. Давайте посмотрим, кто у нас тут остался. Кто у нас тут остался? Ну и кто у нас тут остался? О. Так подставился прикольно. Подставился, сука. Прям, не знаю, я обожаю это оружие, просто больше всего в жизни. Ух ты! Чувак с ПКМом пришел, я только сохраниться хотел, он нас с ПКМ порешить захотел. После тебя многие полюбят винторез, еще больше, чем раньше. Да, когда это такое оружие, особенно улучшенное до конца, у него есть спальник. Я знаю одну вещь точно, что не все одобрят твою резню в долге. Ну, не все одобрят, но я, может быть, потом загружусь, когда буду следующее видео делать. Это просто для развлечения вас, понимаете? Это... Вот такое вот. И плюс с Ирбисом еще, вот поэтому вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас, кто у нас тут остался. И что, пулемет, раз уж такие дела. Пулемет, что ли, возьми? Просто такие дела. Окей. Надо еще взять шинковалку одну. Все продадим тех... их. У тебя их уже штук 10. Ну это ж хорошо. Давайте сохранимся. Гроза. Давайте теперь посмотрим, кто нас тогда так там убил. И давайте его порешим, кто нас. Или попробуем, по крайней мере. Нас кто-то убил. Бар обстил. Ну. Там кто-то. Ух ты. Ух ты. И нас еще раз порешили. Так что сдуваться сюда в лоб в открытую атаку трудно. Надо пусть они сами к нам идут. Давайте загружаемся. Мы загрузились, и я поставил пулемет. И сейчас смерть к ним придет. Я, по крайней мере, надеюсь. Там тебя ждут. Кстати, отсюда тоже можно переставить, хотя нет. Меня все равно смерть ждет, но все же, давайте мы их. Я не остановлюсь, пока мы их не убьем. Пусть смертей будет много, давайте загружаемся. Итак, мы загрузились, я поставил греночки. Теперь мы будем их высаживать оттуда греночками. Рано, с позаранку кинем Грену и в болванку, или сюда кинем ее. Хорошо пошло. Да, Грена хорошая. Ловите. Подарочек ее вашу медь. Кто где? Мать, местность пуста? О! А, нет. Уже да. Шинковалка просто гениальное оружие, я не знаю, я его люблю. О! Какой-то трупачок валялся тут. Живу! Вы слышите, как Кирби сейчас лагает, это, конечно, очень жестоко. Потому что у кого-то из нас интернет лагает, поэтому сейчас получилось, что Кирби сказал вот так вот. Да, неудивительно будет. Ну, блин. Я думаю, на этом мы все-таки закончим часть. Часть уже по продолжительности большая. Пишите комменты, ставьте лайки. Ставьте лайки Ирбису. Заходите на форум АБ, ставьте его репутацию, повышайте плюс 10 репутации каждый человек. Всем до встречи. Всем до встречи и пока. С вами был Санч 4 Full и... Ирбис. Пока-пока. Ты опять не сказал за меня.